Всем привет, друзья! Вы на канале Shadow Игровые Миры, меня зовут Дмитрий, мы продолжаем Землю Мертвых и находимся в полицейском участке. Только-только мы освободили Отиса из вот этой камеры, и он сказал, что у него есть грузовик на ходу. С помощью этого грузовика мы сможем выбраться из этого адского места и оказаться в каком-то театре. Возможно, там найти поддержку и помощь. Все остальные камеры пусты, но это, я вам скажу, может быть даже и к лучшему. Сейчас наша задача найти снайперку. В комнате... В комнате номер 111. Так, вы задолбали? Вас немного? Еще и все ядовитые, представьте. А можно было дверь закрыть? Нет, дверь закрыть нельзя. А 111-я комната у нас где? Это 110-я. Впрочем, не важно. Следующая 111-я. Сейчас главное не напороться ни на какого упыря. Ё-моё, что это такое? Ножка столика. А что я только что взял? Наверное, патроны какие-то. Что-то было. Интересно, как Отис здесь прошел. Вот мне интересно. А, это 10-я комната. Кто-то идет. Кто-то идет с какой-то стороны, или слева, или справа. О, здравствуй, капитан. О, вот и не один. Ну что, разродится на вас? На тебе, сучоныш. И друга своего выводи. Ух ты. Крепенький. Ладно. Мы его и так добьем. Крепенький, ё-моё. Ну, не настолько. Это не комната 111, извините. Похоже на оружейку. Да, друзья, это оружейка. И винтовка находится здесь же. Найдите код доступа в компьютерной лаборатории, комната 204. Да чтоб вас. Я уже губу раскатал, что сейчас постреляю наконец-то. Это 204. Давайте, наверное, возьмем помощнее оружие. А то сближение может быть неожиданным и внезапным. Лекарства мне пока не нужны, но я думаю, это ненадолго. О, это проход. Да? Нет, это бутафория. Вот это проход, нет? Хотя, по идее, я мог бы залезть сюда. Но скорее это меня на обратном пути отсюда будут ползти вот эти вот четырехногие. Ладно, комната 200... Это лампочки трещат. Комната 204, второй этаж. На который мы не можем попасть. Наверное, попадать будем через третий этаж. Да здесь еще гулять и гулять, друзья мои. Привет. А ты один? Нет, он не один, ладно. Ну там их много, наверное, да? Откуда двери ломаете? Кто ломает? Ты ломал двери, да? Я тебя поломаю, урод. Казенное имущество. Ты один? Ты один, я говорю? По-моему, один. Так, что-то лежит. Мне в комнату 203. Эту дверь так просто не открыть. Эту дверь так просто не открыть. Это молоток, по-моему, лежит. Ну что, с глока? Сделаем выстрел. Нормально. Нормально. Нифига вообще нет. Ну хоть бы в одной. Ну зачем? Зачем же это все открывал? Да, это молоток. А я-то уже
А, вот как пролезть можно. А задняя дверь, не поддалась мне, да, по-моему? Да. Как, собственно, и это. Ну, в таких вот узких помещениях лучше всего, конечно же, глок держать. Под рукой. О-оу. О-оу. Откуда звук? Кто ломает дверь? Какую дверь ломают? Явно не мою. Или эту ломают? Кошмар. Сейчас выползет из дыры. И все. И прощай новые кроссовки. А это мне пока не надо, но буду иметь в виду. Так, это что? Для дробовика моего. Привет, да. Сука! Не так, как задумывалось. Но тоже неплохо. Так, надо постреливать с разных видов оружия, потому что патроны могут не влезть уже следующие ко мне в карманы. Это место мне... Что это катается? А, это вон за дверью. Это за дверью. Это 203. Хорош. Еще и отравленный был. Хорош. Все тихо, по-моему. Да, мне в эту комнату надо зайти. Но я еще чуть-чуть похожу. Hello? Здесь есть вентиляция вверху? Вентиляции нет, они обычно сверху любят падать. В прошлой серии так и было. Да ё-мо, опять, наверное, все впустую. Ну это нечестно, дайте хоть что-нибудь. Да что ж вы за люди такие жадные. А это? Эта дверь мне знакома. Да, это перед молотком. Это круговая комната, мне надо в этот компьютер. Я думаю, надо проверить сначала вот это помещение. Hello? Guys? Здесь кто-то есть? Anybody? Два молотова. Шикарно. Голова не болит. Это? Это подъем наверх. Ладно, давайте брать код. Уголок. Отлично. Хоть в одном столе что-то нашел. Давайте, наверное, брать код, а там что будет, то будет. Наверное, нам выходить надо будет через эту комнату. А что это за... Ну, естественно, закрыто, понятно. О, косыночку кто-то раскладывал. И здесь тоже. Бездельники. Откройте оружейную комнату. Ну что, готово. Мне не надо запоминать. 76-924. Надеюсь, что не надо. Потому что в этой панике не запомнишь. Я уже забыл. Ладно, пойдем как получится. Эта дверь заперта. А, мне на крышу надо будет выйти. Это выход на крышу. Хорошо. Значит, выходим. Так, как и заходили. Только не надо ползать теперь. А выходили мы через лестницу.
Эта дверь так и была закрыта. Ну и все, с этой винтовкой. Нам надо будет подняться вверх. Ну, я думаю, легко не будет. Набегут всякие демоны. Хорош. А что это такое стоит? А, это код от замок. Сейчас, наверное, сирена сработает, да? А можно закрыть дверь? Вот так, наверное, будет надежней. Если, конечно, никто сверху не упадет. 100 выстрелов? Ни хрена себе. А что за щедрость такая? Так, ну если что, у меня хороший арсенал уже собрался, я вам скажу. Поднимитесь на крышу. Да поднимусь, хватит мне писать об этом. Тихо. Ё-моё. Прощай. И тебе привет. Я ж говорил. Как я ему голову... Вот этот призывает вот этих уродов. Быстрей. Отлично. Ну что, рискнем, заползем? Там кто-то блюет. А, это просто место. А я думал проход. И здесь, наверное, да, так же. Ну да. Я же говорил, блин, что они отсюда выползут. Хоть могли бы что-то и положить. Ну реально. Сделано, наверное, вот так. Нам советовали двери закрывать за собой. Сейчас еще здесь вывалится кто-нибудь. Да. Сверху идет, да? Со мной лучше дружить. Кто со мной не дружит, тот получает с магнума в голову. Так, ты один? Ну заходи, коль не шутишь. Нифига себе. А это кто, босс? Скорее всего. Не подходи. Вот этот выдержал 2 рывка топором. У меня еще никто не выдерживал 2 рывка топором. Я не шучу. Так, ну молоток мне не нужен. А зачем компьютер опять сделали? Мигающим. Какая задача? Просто подняться на крышу. Просто взять... И подняться на крышу. Угу. Так, винтовка уже проигрывает. Проигрывает наша винтовочка. Потому что очень медленная и долго перезаряжается. Поэтому ей неэффективно, особенно в узких пространствах. А меня не ранили еще, нет? Нет. Здесь дверь не откроется случайно. Вот и выход. Ну, с Богом. Выстрел в голову. Ну, у нас 100 выстрелов с винтовки. Сейчас, наверное, постреляем, ребята. Отис был готов бежать к грузовику. У меня было не слишком много патронов, поэтому надо было стрелять аккуратно. Да ладно. Я не мог подпустить к Отису ни одну из этих тварей. Защитить Отиса. Здесь есть патрончики. 5 штук.
Я понял, я тебя слышу, дружище, все нормально. Не свисти. Эй, там, внизу. Здесь еще подняться выше можно, да? Ты намекаешь, чтобы я здесь? Готов. Постоял, хорошо. Там тоже кто-то дверь ломал. Ух ты! Все в порядке. Вот здесь плохо. Хотя нормально. Опа. И я здесь не один. Вот и стреляет вообще в непонятном направлении. Так. Тут локов гейт. Давай, давай. Сейчас я подготовлюсь. Шлепнем того. И я открою тебе ворота. Но не раньше. Наверное, лучше с крыши постреливать. Не благодари. Сзади, сзади надо контролировать. Тыл. Отлично. Не бойся, Отис. Я контролирую. Ты не можешь побыстрей? Идти. Так, извините. Дела. Отлично, и без меня разобрался. Дальше что? Я здесь уже вообще плохо вижу. Как муравьи. Тут спокойно все вокруг. Ну, двигай дальше, я не вижу проблем. А, вижу проблему. Отлично, никаких проблем. Тут пока тихо. В кого ты стреляешь? А, вон. Ждем дальше. Пошел дальше. Давай, давай, Отис. Тут уже плохо видно, надо чуть подувеличить. Готов. Ползет. Ползет, сука. По-моему, добили. Отец. Ух, как ты его убил, я не знаю. Ты где? Он еще стреляет. В кого? Я уже руки отстрелил. Он тебя... Ух ты! Да ё-моё! Все, конец ему.
Это, как знаете, игра «Защита крепости». Аналогичная, только защите Отиса. Ё-моё, рука дрогнула. Отис, ну ты, я тебя уже не знаю, уже б запрыгнул, мать твою, в грузовик. Чё за проблема у тебя? Кого ждем? Сзади хоть никого? Все. Ух, там уже два подходило. Отис бросил меня. Мне надо было найти и другой способ добраться до театра. Идти было недалеко, но улицы кишели живыми мертвецами. Я решил добраться до театра по канализации. Опять канализация. Да что ж тебя все бросают-то? Деревенщина ты наш. И все идут в театр. Ну вот и сука, я так и думал, что он нас кинет. Так и думал. Сука, сзади. Отлично просто. Просто грандиозно. Здесь еще один. Сука! Ух. Не ожидал я, что столько здесь будет народу стоять. А все из-за Отиса гребаного, все из-за него. Так, у меня 76 выстрелов. Там, кстати, осталось у меня патронов 20, наверное, на крыше. Если бы я знал, что Отис меня бросит, я бы, наверное, пошел лучше патроны взял. Ну, я не знаю, винтовка, наверное, в канализации не самая лучшая идея, вам не кажется? Женщина, а чего тут валяетесь? Неплохая вещь. Я вам скажу. Вот таких вот красавцев. Или красавец. Расстреливать сдалека. Но это, конечно, только сдалека. Вблизи такое не прокатит. Ты один упал? Да, он один упал. Интересно, откуда? Висел в трубе? Отис, это не ты? Так, все... Все пригодится, потому что... Сильно нас... Подрали в этой части. Не ожидали, что столько людей будет в канализации, поэтому нам досталась малость. Я, наверное, что-то не то сделал. Мне что, плавать придется? Вы серьезно? В этой игре еще и плавать надо будет. Ни хрена себе, а дальше куда? Стрелять нельзя под водой? Нет, под водой не постреляешь. А как дышать? Женщина какая-то тоже дышит. Ну да, тут дают подышать. Слушайте, игра намного многофункциональнее, чем я думал. Здесь даже в этом дерьме поплавать можно. А побыстрее можно плыть? Я сейчас умирать начну. Нормально. Водный такой уровень. А здесь спуск вниз, да? Да? Все верно. Меня сохранили. Да, ну хочешь, но иди. Ах.
Кто сильно хочет, тот сильно получает. Ну, вот так меня и поймали. На живца, как говорится. Тот выполз, а эти меня приняли. Слева и справа. Суки такие. Ну и где вы? Куда выстрел только что пошел? Что это за нахер? Это не работает канализация. Короче, винтовка бьет здесь, вы видели, за спиной. Надо выбираться. Место забагованное. Выстрел идет сзади. Типа я не попал. Ну, если доживу, конечно. Уже с лопатами пошли. Прогрессируйте, мать ваш. 4 выстрела. А, это босс. Это босяра. О-о. Это типа босяра. Местный канализационный житель. Ну, выбираемся далее. Сейчас кто-то упадет сверху. Удивительно, никого. А здесь все теперь такие, да? Мой револьвер теперь можно выбросить? Ну, походу, да. Ребята прокачались. Ну и? Чё стоишь? Или я просто не попадаю в голову? Возможно. Ух, какое место. Так, револьвер бесполезен, глок, винтовка, снайперка. Это моя надежда. Дробовик на сближение попробуем оставить. Ох, тут и шумно. Да, проблема здесь у нас, друзья. Причем большие. Игру плющит не по-детски с дробовиком. Смотрите, как я выжил, как мертвец здесь у нас замер. Короче, дробовик нельзя здесь использовать. Я не знаю, как я выжил. Но мне срочно надо вылечиться. Хоть чуть-чуть. Хоть так. Похоже, здесь, в центре Джареда Смита, дело принимает опасный оборот. Люди, прибывающие для эвакуации, привлекли сюда и толпы мертвецов. Военным пока удается сдерживать их натиск. Но я еще не видел, чтобы их было так много в одном месте. Любой, кто пришел сюда, должен быть чрезвычайно... Анжела! Анжела! Нет! Только не ты! О, боже. Все, радио больше у нас не будет. Кошмар. Ну и обстановочка в игрушке. Ладно, давайте выбираться. Больше радиоприемник, я так понял, можно не включать. Можно винтовку подготовить, потому что патронов, видите, дают все меньше, меньше и меньше. Глок и дробовик, но им лучше не пользоваться. Ну что? Это мы с вами уже делали однажды. Ни к чему хорошему это не привело. Ну, пошли попробуем выйти. У меня, правда, здоровье только по колено. Надеюсь, что получится. Третий ярус, да? Ну, сейчас меня тут прижмут. Ох, прижмут. Нет, не прижмут. Отходить есть куда. Ух, вышел. Ух.
Лабиринт, ни хрена ты не вышел. Доберитесь до театра, друзья. Мне опять дали дробовик, но он здесь неэффективен. Есть одна-две гранаты, топор. Патронов мало, давайте с револьвером пока попробуем. Опять автосохранение. Третий ярус. Там он кто-то стоит. Вот сука, как же так? Вот так вот. Все, нихер там стоять. Отлично. Дробовик брать, не брать, не знаю. Он меня пока что не вдохновляет. Давайте вот это все перезарядим. Там есть две гранаты, явно будет разборка очень серьезная. Ну, поползло. Ты бабушка. Сука, с деревянной головой нахрен. Я ее еле убил. А этого я не убил же. А где этот? Я не знаю. В общем, придется побегать здесь какое-то время. После включения, да? Точно я его убил, нет? Наверное, убил. Ладно, мне предлагают взять гранаты. Посмотрим, как это будет работать. Понятно. Ну, бросил. Бросил так бросил. А, это... Это ядовитый. Все, сейчас точно конец. Если кто и выжил... То мы их добьем. И труба выпала. Ладно. У нас два пути. Левый, правый. Правый, левый. Здоровья нет. Все как обычно. Дверь-то не закрылась? Не закрылась. Что нам бояться? Готов, это тоже готов. Да и чтоб тебя, гнида. Есть. Ух! Это босс. А может и не босс. Но винтовочка выручила. Малость. Тут что, взрывоопасно что-то? А, бочки взрывоопасны. Это может взорваться. Зачем же вы их здесь поставили, если они могут взорваться? Я пошел по левой стороне, но была еще правая. Я не знаю, правильно я поступил или нет. Кто-то еще там рычит. Гребаная бабушка. Да быстрее, ты можешь оружие вынимать? Еле вытащил пистолет. Ну что, это четвертый. Ого!
Тихо, все нормально, они меня не видят. Разобрались малой кровью. Да чтоб тебя. Вылез, скотина. Бежим. Ну все, последние 4 выстрела. Оставим их на потом. Очень много народа здесь сидит. И граната, видимо, не все задела. Как он меня не ударил, я не знаю. По идее, должен был. Вот это босяра. 3 раза выдержал крюк. Нормально. Бежим, твою мать. Здесь бы мне не хватило ни патронов, ничего. Спасибо топору. Ну что, возьмем глок, наверное, да? На ближнее расстояние. Еще один там ползал. Но мы и с ним разобрались. А тут что делать? А, воду, наверное, поднимать. По-любому воду поднимать. О-о-о, неужели? Я здоров. Я здоров, я жив и здоров. И прекрасно себя чувствую. Так, этот встанет. Да? Нет. Все, на глок уже патронов нет. Поэтому возьмем его сейчас в руку. Ну что, поехали? Меня пытались обливать. Но нихера у него не вышло. Теперь будем выбираться. Ох, и мрачное место. Это все из-за Отиса. Это из-за жирного ублюдка, которого я спас. Вот она. Благодарность за спасение. Сзади хоть никого? Что, опять плыть? Нет. Ну ладно. Другого варианта нет. Быстрее плыть я не умею. Давай здесь. Это ж кислород, можно подышать в пузыриках. Так, здесь надо дышать. Есть. Я не буду по бокам заглядывать. Может, там и патроны где лежат, но ну их нафиг. Вот здесь, наверное, большую надо территорию проплыть. Сейчас, наверное, еще и сдохнем. Здесь повыше поднимайся. Давай. Есть. По бокам ничего нет. Еще и быстро вышел. Относительно. Ух ты. Назад дороги уже не будет. Автосохранение. И мне дали. Спасительную. Аптечку, хотя меня даже и не ранили. Так, а что тебе там ходит? Спасибо. Я так и думал. Это вам, ребят. Не благодарите. Лечение не требуется. Им, наверное, тоже. А как мне здесь выбраться, чтобы не сгореть? Ха-ха. Вопрос интересный. Что взять лучше? Дробовик, глок, наверное, возьмем. У нас полный комплект. Давайте выходить. Я же говорю. Да ну его нахрен, выходим. Да нахрен вас всех.
поплывем. Все равно они сюда не выйдут. Наверное. Я хоть правильно иду, нет? А, да, правильно. Туннель только там. Решил не тратить на них патроны. И сейчас будем выплывать, давай. Но это еще не конец. Ё-моё! Суки. Так и думал, что прижмут к концу уже. Вот твари. Ух, отбился. Спасибо Глоку за его практически автоматическую стрельбу. Ну все, выход. Театр. Театр был забаррикадирован, как настоящая крепость, но все внутри были мертвы. Эти твари добрались и до них. Мне необходимо было отдохнуть, но у меня еще оставались кое-какие дела. Зачистить фойе, зачистить вестибюль, зачистить зрительный зал, зачистите пространство за кулисами. Ну что, друзья, работа непочатый край, но фермера этим не испугать, он к работе привык. В следующей серии посвятим себя искусству, а именно зачистке театра. Спасибо, что смотрели, друзья. Если понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Дмитрий, канал Шедвель Игровые Миры. До новой серии в Земле Мертвых. Пока.